Всем привет, друзья, с вами Бурбон. продолжаем покорять просторы Аризоны, и сегодня я хотел бы вам рассказать о том, что еще не успел рассказать в прошлом ролике про обновление на Аризоне play поэтому если вы не видели первую часть, то сначала можете посмотреть ее, либо после этого ролика посмотреть ее, особой суть это не изменит, потому что обновы тут будут разные, ну что ж, давайте меньше слов, больше дела, вы ставите лайк, подписывайтесь на канал, все ссылки на Аризону есть в описании, и перейдем к самому обновлению. Как же много людей просили сделать возможность хранения аксессуаров в доме, так вот, теперь вы сможете оставить в своем доме до 60 любых аксессуаров и в любой момент их забрать. Мне кажется, что 60 аксессуаров это действительно много и не будет тех людей, кому это обновление бы не понравилось. Мы прибыли домой, чтобы проверить, как это работает. Есть шкаф, есть аксессуары. Давайте посмотрим. Да, тут можно все положить. К примеру, у меня есть новогодняя шапка, которая до следующего нового года мне не особо понадобится. Давайте нажмем сюда и аксессуар должен быть надетым. Ага, окей. То есть вот у меня в портфеле лежит новогодняя шапка, давайте наденем ее вот таким вот образом и теперь Положим ее в инвентарь дома. Выберем ящик самый первый и отлично. Вы успешно сняли аксессуар и перенесли в ящик гардероба. Это действительно очень удобно. Теперь, понимаете, кучу аксессуаров можно иметь и хранить их в доме. Те, которые вы не используете, и просто менять в зависимости от случая. Для демонстрации следующего обновления мне понадобится автомобиль. Пора заводить своего личного Якубовича, чтобы он говорил слово автомобиль за меня. Ладно. Теперь механики должны ждать вашего подтверждения на работу над вашим автомобилем. На станции техобслуживания также они смогут установить вам новую систему автолок, которая будет автоматически закрывать ваш автомобиль при начале движения, и вы знаете об этом стоит поговорить. Что касается подтверждения работы механиков, я не думаю, что там была большая необходимость по той простой причине, что люди, которые заезжают к ним на чекпоинт, мне кажется, что уже подразумевается, что они хотят починиться. Хотя есть и те же механики, которые приехали на своей машине, и, быть может, они не хотели чиниться, а их заодно, знаете, починили, потому что они хотели припарковать свою машину. Возможно, из-за этого да, это неплохо. Но что касается системы автолог, здесь не все так уж и хорошо и интересно. То есть, когда мы будем начинать движение, автомобиль будет сам закрываться. Да, пожалуй, это упростит вашу жизнь. То есть, когда вы находитесь в каких-то безлюдных местах, то вы можете не закрывать машину. Она закроется сама, как вы начнете движение. Но все равно у каких-то центральных банков и прочих таких вот мест, где много народу, вам придется ее закрывать. И, кстати, информация. Состояние вашего авто крайне плохое. Машина может сломаться, поэтому нам как раз нужно отправиться туда. Пожалуй, выключу NB, чтобы она не нагружала мою систему. Давайте заедем сюда и посмотрим, как будет работать. Вот механик предлагает провести работу над вашим авто. Вы согласны? Да, я согласен. Теперь, как я понимаю, один всего лишь механик будет работать над моей машиной. И кстати, он устанавливает автолог. А я же вроде как не просил Устанавливаются-то это двигателя. Подожди, вот этот вот Хьюга он устанавливает автолог. Конечно, это неплохо, но вроде как а, он о а, другом просил меня. Ладно, я не особо против. Минус 92 по-моему, я сделал что-то немного другое. Только что я потратил 90 косарей, 92 тысячи. Ну ладно, пусть уж проводят до конца мое обслуживание. Теперь у меня есть система автолока. Правда, я даже не знал, что она будет действовать таким образом. Кстати, я понял ту вещь, что я, по-моему, мало денег оставил. То есть все, у меня денежки закончились, остальное все в банке. В целом, конечно, это неплохо. Давайте попробуем. Вот, мы открыли нашу машину. То есть вышли, походили по своим делам, вернулись. И давайте попробуем сейчас завести двигатель. Так, поехали. И... Я не... Да, вот, машина закрыта, да, это, конечно, удобно, но далеко не во всех случаях, потому что такая система в местах, где большое скопление людей, все равно работать не будет. И перед тем, как мы перейдем к самому гвоздю программы, я хотел бы зачитать одни из самых интересных и э, небольших изменений, которые просто идут по списку. Во всех мафиях были обновлены интерьеры, обновлена система радио, теперь она доступна в телефоне, и вы сможете убирать радиостанцию. Обновлена система анти-ДМ, добавлены два новых типа семьи, династии и Empire. и вот это интересно интересно. Просто среди этого списка я расскажу то, что действительно касается, скажем так, моей игры. Мы заходим сюда и давайте посмотрим типа семьи. Есть еще династия, если говорить правильно. Ну, просто династия, окей. И Empire. И чтобы приобрести династию, скажем так, должна семья быть 75 уровня. У нас, в принципе, 65 -й. осталось 10 левелов. Но учитывая то, что нужно 650 очков, это, по-моему, немало. Зато есть к чему стремиться. То есть теперь мы не достигли максимум на 40 левеле, а идем дальше. Обновлена система депозита, правда, не написали, как именно она обновлена, то есть, что именно было изменено, и это нужно именно проверять в игре. Также теперь при выдаче денег с депозита банку начинается комиссия. Радары теперь не штрафуют работников больниц, добавлены команды FAM invid и FAM invid". И вы знаете, казалось бы, это удобно, но я уже привык все делать через FAM меню, то есть, кто не знает, чтобы кого-то принять, тебе нужно прописать команду FAM меню, управление семьей, пригласить семью и написать какой-то ID-шник. Да, FAM invid это, наверное, будет проще, потому что ты просто пишешь ID, какой-нибудь ти инвайтишь его. Но просто я уже привык к другой системе, а так в целом это легче. В ММ действия персонажа добавлен пункт мой паспорт, ну и в принципе это самые интересные фичи, которые были изменены. А так да, вот в меню был мой паспорт, И можете тут посмотреть какую-то инфу, если будет интересно. Факт, серии номер спанил, не смотрите ПЖ, не, не берите кредит. Ну что ж, и остался десерт. Теперь наш Диморган будет ролл-плей психиатрической больницы, которую можно посетить обычным игрокам, навестив своего друга или подругу. За каждое попадание в Диморган в вашем паспорте будет обновляться пункт, который будет отображать количество нарушений и попадание в Диморган. И вы скажете, и почему же ты оставил это на десерт? И если кто следит за каналом на протяжении нескольких месяцев, то он знает, что, наверное, уже месяца 4 назад я сделал такой ролик. И сегодня мы поговорим о такой теме, как психиатрическая больница. В описании я оставлю ссылку на тот ролик, где вы можете пойти ознакомиться. И в моем предложении было больше пунктов то есть я предлагал сделать из психиатрической больницы настоящую фракцию, то есть добавить туда различных санитаров, которые бы там следили за порядком, добавить то каких-то врачей. И перевод в психбольницу мог бы быть из других просто обычных больниц, когда ты достигаешь какого-то ранга. И тут есть два варианта. Один, который является более-менее объективным, и он, вероятнее всего, правильный. Разработчики Аризоны даже не видели того моего ролика, где я рассказывал об этом улучшении. И просто или им, или же кто-то тоже на форуме предложил такую идею. И они решили реализовать ее я не знаю как это было на самом деле я не разговаривал с разработчиками на тему того что действительно мой ролик повлиял на создание данного вот изменения а именно психиатрической больницы но в любом случае я рад и я действительно был бы очень рад если окажется что именно тот ролик повлиял на это вот виды изменения это будет означать о том что я внес какой-то вклад в развитие проекта я говорил что та идея она была абсолютно просто без авторских прав скажем так и любой Проект мог ее воплощать, если у него появится желание И серьезно, это на самом деле очень круто. Правда, если выключить свое чувство собственной важности, то наверное кажется, что разработчики даже не видели того моего ролика, и, быть может, они просто придумали то же самое, что когда-то описывал я. Точно я не знаю, но все равно это очень круто, что добавлена психиатрическая больница. Давайте посмотрим на нее. И вы знаете, если на секунду представить, что действительно мой ролик повлиял на вот это вот обновление и добавление психиатрической ической больнице, то это круто и некая такая мечта то есть о чем я мечтал всего лишь оно уплощено в жизнь давайте пойдем мы посмотрим как это сделано так вот мы заходим внутрь и видим ё-моё <с> а, пока что текстурки не прогрузились мы видим действительно много людей но все текстурки прогружены и давайте пройдем и друзья смотрится это неплохо так а, на дом 20к не хватает дай денег при у меня 11к чувак серьезно и поскольку это психопаты я не буду им отвечать вообще должны быть врачи, а тут интересно, есть система анти-ЗЗ или опять же анти-ДМ, то есть давайте попробуем, да, ударить, в этом месте запрещено драться, стрелять, хорошо, то есть меня никто избить не сможет, и пожали мне руку, отлично, я это проверил. И ведь этот парень, он не поверит, что у меня нет денег, но на самом деле у меня 11 косарей, так вот, есть небольшая информация, Деморган, тюрьма для читеров и нарушителей РП процесса, для того, чтобы с нее выйти, дождитесь окончания времени, при следующих нарушениях вас могут забанить, в вашем паспорте добавлено новое примечание, да, то, что вы были в психушке и вероятность того, что вас возьмут в какую-то организацию, она, наверное, меньше, либо же к вам будут просто более строже относиться. Мы видим действительно много людей, которые похожи на психопатов со стороны. И кстати, тут есть небольшие отсылочки наши пациенты. и Тут один стоит черный нигер великолепно. Также есть много палат, куда можно войти, есть свои кровати. И, вы знаете, интерьеры действительно прикольные. Конечно, когда я мечтал об этом, я представлял это немного по-другому. Наверное, странно было бы, если я представлял бы все один в один, как и тут было бы. Но в целом это <с1> действительно неплохо. То есть ты чувствуешь, что тут творится хаос, что тут действительно разбросаны различные параши, даже не пойму, что это на полу. Какие-то инвалидные коляски, кровь, великолепно. Просто, ох, это, это, наверное, ох. И, знаете, добавили веселых книжечек, типа, и, ох, и ладно, я промолчу, пожалуй. В целом сделано все это неплохо. Кстати, примечательно то, что палаты эти разные. То есть я думал, что они все будут одинаковые, но вот мы были сейчас в разных палатах, и интерьер в них разный. Мне кажется, что если бы это была еще как отдельная фракция, где были бы какие-то санитары, это, знаете, было бы вот как Энкатрас на Даймонде, только вот с такими вот психами, где тоже ходили бы различные охранники, которые запирали, отводили бы людей в карцеры, если они прям вообще сильно нарушают, опять же, следили за порядком, то есть, возможно, придумали для них какое-то взаимодействие с докторами, но мне кажется, это было бы интереснее, но будем говорить о том, что имеется, это серьезно интересно, и учитывая то, что я об этом рассказывал, вот, действительно приятно, скорее всего, даже, повторюсь, разработчики не видели того моего ролика, но поскольку данное видео мое, тут я могу рассказывать о том, что я хочу, поэтому почему бы не поговорить об этом, хотя уже об этом рассказал. И, друзья, такой вот получился ролик. Я надеюсь, что вам понравился. Вы можете поставить лайк, также подписаться на канал. С вами был Угадайте Кто. Конечно же, Алексей Бурбонов, и всем пока.